Друзья, всем привет, добрый вечер, кому уже доброй ночи. У нас рабочий такой стримчик, точнее после рабочей, после ужина, перед сном. Вот так будет правильно. Лейзи стрим такой. Дрим стрим. О, Серго залетел. Залетел Серго А. Поехали с ним первый. Оппонент серьезный. Жесткий. Так, сейчас я чатик подрублю. На телефоне. Вдруг кто что-то напишет. Так, пока никто ничего не пишет. Ага. Полковнику не пишут. Так, хорошо. Ну что, косметра короней. Есть Angel. Приятненько. Не дракон, но все равно приятненько. Ой-ой-ой. Серьезно? Куча знаний, статы, скорость. Да тут думать нечего. Get over here. Кладем это на борт. Так, а что так громко, алло? Прям глушит меня. Так, хорошо. 6-4, 6-5, ну знаний овер до хера. То есть прям резурект просится под такое знание. Безлимитный рес практически. Так. Ну, нет, реса нет, клон есть. Так, дают лидерство. Дают, блин, интеллект, спасибо, не надо. Так, водичка у нас типа есть, под воду, под блесс, под это все дела. Неплохо, и клон у нас будет закрыт. Так, ну моральку, да, моральку, ой-ой-ой, моралька здесь. Вот, три навыка, какой мы возьмем четвертый? Даже не знаю, там не воин, в принципе. Нужна ли нам тактика, чтобы врываться в него? Молитвы нет. Хер его знает, можем взять... Кстати, мы можем взять волшебство, чтобы херячить больнее. Да, наверное, так и будет, так и сделаем. Вот оно сразу же и выдано. 15%, поверьте, оно нормально дает. Ого, 20-е знание. Ну, это чисто подклоны. Клон самое дорогое заклинание у меня, которое есть. Смешно, купить себе еще знаний может. Что было 21. А у меня и так 21. 20, ну зачем? Лучше бы спекань. Блин, такое количество знаний, это, конечно, cool story. Нафига? А СП всего лишь 10-е. Лучше бы эти двоечка добавилась сюда. Ну и так неплохо. 287. Так, ну покупать ничего не будем. Деньги оставим для армейки. Так, ну, блин, махина, да. Махина. Дальше бычки. Эй, бычки, я сказал, не бычок. Так, дальше. Дальше. Коты. Коты смотрятся хорошо, да. Так, ну, ящеры. Как минимум не грейдженные, да. Так. И все равно плюс 3. Так, 2400 бабла. Можем взять, конечно, еще циклопов. Из таких серьезных. Взять циклопов и закрыть ящерами. В принципе, вроде неплохой варик. Да, я, наверное, так и сделаю. Все-таки Т6. Давай тогда тебя вниз. Тебя тогда по центру. Ты с ящером. Давай даже ящера подгрейдим. Это важнее, чем три лучника. Пускай три лучника тут стоят. Так, 6, 7, 10, 12. Ну, круто вроде смотрится. Сейчас посмотрим, как оно будет на практике. Если там драконы, допустим, то чем их убивать? Клоном, да?
Не, у нас есть бычара. Жалко, нет телепорта никакого. Но ничего, у нас есть плащ скорости. То есть бык, в принципе, до дракона может добежать. Если его не хлопнут по пути. 6, 7, 10, 12. Ну, гоу, смотрим. Так, если берса у нас снятие есть, в принципе, нормально. И гипноз есть чем снять. Но я думаю, там берса будет, там огненный чувак. Ну так, он не совсем огненный, но склоняется к огню. Клонится. Нихера себе там СП. Круто, блин, что я могу сказать. Не убиваем, ну мы можем этого убить, да? Так, ну ангел точно летит, потому что стоять на месте это cool story. Мне не нравится количество пегасов лютое. Но начнем мы все-таки со змея. Конечно, он собрал, блин, латы, да, получается, взял? Взял латы, парень. Так, у него минус 3 морали. Это радует. У меня нейтральная. Ну, сейчас прилетит, наверное... Куда прилетит? Пегасов пачка, блин. Как их убивать? А сколько у нас льдышка? Блин, 218. То есть не убиваем... А, не. Не, не убиваем. 240 надо. Черт. Надо вот сюда популять. Немного. Ну, если у него резурект, то мне даже выгодно. С таким СП... Пускай лучше ресает. Ну тебя нахер, блин, дружок. Лучше ресай. Что-то он не спешит бить. Ну, он хочет ангела руками запинать? Это cool story. Не получится такая тема. Странно, что он не ударил его. Логично было бы... Лупануть ангела и потом добавлять пегасом. Он влетел в пегаса сразу. Пока не могу понять его задум. Даже если там стрелка. На 9 СП стрелка там под 150 точно. А, я же говорил, что он огненный чувак. Ха-ха. Прочитано, блин. Ну ничего страшного, тут под берсу у меня... Одну берсу мы спокойно вытягиваем. Практически безболезненно. Одна берса норм. Ну, вот следующая берса уже поопаснее. Прям сильно поопаснее. Так, сколько там у ангела? 64. Не успели полечить ангела. Так, ну идем тогда в атаку. Нам нельзя стоять. Так, а вот этого парня, я бы вот этого не торопился бы, наверное, отправлять на смерть. Давай вот так, пускай машину бьет. Он типа хочет вот эту тройку держать в берсе, а этих типа руками запинывать. Так, один. Ну, 8, наверное, мы не убиваем. 7, блин, плохо. А нам желательно убивать. Тогда, наверное, птицу убиваем и вот этого хера. Уменьшаем у него людей. Пускай берсерит. Ну, ангел труп уже, наверное. Хотя, он его никем не шотнет. Ни пегасами, никем. Поэтому нормально. Ну, у него еще жертва может быть, да? Типа, раз он огненный. Ну, я и рест не исключаю. Если рест, то пора бы ему подымать змеев. Кстати, у него минус 3 морали. Пегасик мог бы пропустить. Так, 13 боевых против 13. Ну, нормально.
Отлично. Отлично, что он к нам не сильно добрался. Так, будем бить, наверное, да? Освобождать для дредноута удар. А я вот думаю, как лучше ударить. 17. Он типа ударит снизу меня, да, прикроет. Ладно, пускай бьет. Была еще надежда на камень, но камень не выпал. Но он вообще меня не ударил нормально. Ага, вот что он удумал. А сколько нанес? 78. Семьдесят восемь это херово. Так, давай вейт. Надо успеть перебить его быстрее, чем он нас, да? А у меня же нет никакой ни поднятия, ни хрена. Двадцать два, блин. Живучий, падла. Живуч, падла. Так, как его выбить? Давай пока вейт. Да, лучше бы он берсук. Блин, я неправильно убивал. Надо было убивать нежить, получается. Но кто ж знал, что там, блин, волна такая ебейшая. Так, ну быком точно бить нельзя. Там больше всего жизни у нас у быка. Да, тут бить нельзя, блин. 122. Давай пока где-то здесь. Вот, сука, пропустишь ход, тварь. Хотя тут не глобально, но все равно. Не глобально, но все равно. Так. Он сейчас от нас куда-то спрячется. Не спрятался. Но мы должны успеть его убить. Да, есть же. Но, блин, парень хорошо придумал. Реально хорошо. Могло проканать. Могло и проканать такая тема. Так, Серго дубль 2. Не, я жарил, что парень жесткий, поэтому с ним интересно играть. Так, у него лабета, у нас агар. Ну, лабета поинтереснее. В теории. Так, дают книгу воды, но СП нет. Какие еще варианты? Книга земли. Со всеми барахляками. Ой-ой-ой. Give it to me. Так, симпатично. 6-7-6-8. Так, что по запретке? Короче, накидки нет и кольца нет. Может быть, у соперника. Так, ну здесь печаль. Ну, дали рес и молитву еще можем вцепить. Короче, доп магия это молитва. Огонь ни о чем. Да, короче, земля-вода, да? Земля-вода, поехали. Ну, волшебство мимо, блядь. Я так и знал, что он будет тупой огонь этот развивать. Не, ну атаку возьмем, атака это не пустой навык. Вот земля и вот вода. Ну, давай попробуем, что-то заэкспертим.
Что повезет, то и заэксперт. А, водичку бы лучше заэкспертил. Черт, молитва была бы очень в тему. Ну ладно, у нас еще есть шанс. У нас есть шанс, что возьмем с монаха. Жалко, что молитву не взяли, было бы сильно. Защита, защита, защита. Неплохо, да? 9-12. Монахи симпатично дали нам. 9-12, 9-9. Так, ну если с ресом, то нормально катать можно. Если без реса с кольцом он будет, тогда план... Тогда план антимэджик на змея и волной его развалить. Я думаю, так будет. Так, 90 маны, я думаю, хватит. Под резуректы. Или взять 100 маны, если резурект все-таки маново имеет значение. Да, давай все-таки 100 маны. Если бы не рез, я бы изучал бы, конечно, больше СП. Но резурект... Хочется побольше. Ну тут банальный подсчет. Смотрите. 16. Если у тебя 90 маны, это 5 ресов. Если у тебя 100 маны, это 6 ресов. То есть я только что купил, в принципе, один резурект. Простая арифметика. Так, что у нас тут по этим, по ребятам? Пацаны вообще ребята, да? Так, что-то нежить. Хотя мы можем взять нежить. Но пока не знаю сейчас. Так. У нас по морали просто не хочется... Пока вот неплохо, плюс один. Если я беру нежить, сразу минус один. Не, не хочу я брать нежить. Давай возьмем деревяшек. Можем взять огневиков. Или 100. Не, не будем брать, наверное, огневиков. У меня, в принципе, антимагия есть. Не, огневики мне нафиг не надо. А, ну тогда давай так, чтобы мораль не сильно впороть. Кентавры грейдятся. А на сдачу берутся кабанчики. Чисто там, не знаю, танковать. Танковать, пританковывать. Так, 1100. 1100. Сколько этих там кабанчиков мы потянем? Пятерочку. Ну, давай, наверное, пусть будут. Так, по морали у нас, в принципе... Нейтралитет. Что я и хотел. Так, 9-12. Ну, то есть... Хорошо. Поехали. У него опять 9 СП. Понятно. Резурек, да? Но есть антимэджик. Блядь, минус 2 дал мне. А вот собака. Собака, собака. Так, думаю. Урон 60. Ну тут все живые, кроме вот этого, да? Давай пока вейт. План у нас такой. Если он сейчас убивает змея, он убил змея, мы кидаем замедло. Общее. Потом в next раунде мы на паука кинем антимагию. И работаем волнами. В принципе, такой план. Сейчас замедло по-любому. Блядь, там резиста полный рот. Сука. Wait. Wait. Ну, пристрелили одного лича. Ну, на девочек не страшно, а вот на этого замедло было бы желательно, чтобы сработало. Ну, пока вейтимся. Два лича не так много нам нанесут.
Плохо, с резуректом бы тут изи победа была бы. А без резуректа придется попотеть немножко. Но сейчас антимагия на автоматонов нормально будет давать. Он решил захерячить палатку. Ну, в принципе, мудрое решение. Остальных он типа убьет стрелками, да? Такой план. Так, да давай подходить, в принципе. Чё нам бояться? Пускай стреляет, ради бога. Стреляй. Стреляй, не жалей. В деревяшек прямой выстрел. Или выберет палатку все-таки. Ну, пальнул туда. Хотя всего лишь вроде вторая атака. Но достает. Так, нам надо размениваться в любом случае, поэтому... Поэтому лупим. В любом случае лупим. 60 это очень хорошее это. Так, если он даст хаст. Вроде не должен дать хаст. Так. Плохо, 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 плохо. Так. Потихоньку личей изничтожаем. А там по морали плюс 2, да? Так, хорошо. Попробуем Гигоса захерячить. Ну, наша цель вот этот хер. Как-то б его убить. А, он в принципе идет с нами в нормальный рукопашник. На нах. Хорош. Зеркало, не страшно. Палатку добил. Так, ну у меня главный вопрос. Паучок должен выживать. Ну, это комариный укус. Так, сколько у нас волнушка? 60. Неплохо. Надо бить. Надо бить в любом случае. Или ударим, когда дендроид будет ходить. Дендроид ходить не будет. Это я уже понял. Так. Подлочили лича. Ну, такое. Худший вариант был антимагия. Слава богу, антимагии нет. Ух ты, ты еще и моралишься. Плохо, что это самое. Ну что, красиво, по-моему? По-моему, клево. Паук с антимагией пропустить не может. Как ты его убьешь? Бьет без ответки. Красота. Кольцо надел.
Поэтому здорово. Что он может придумать? Он может придумать там какой-то хаст на чудика. Или телепорт на чудика. Ну, там у чудика 23 хп. Долго он там... Сколько он у меня убьет? 2 максимум. И то, наверное, 2. Нет, 2 не убьет. Только чудик может нанести хоть какой-то урон. У него нет общей хасты. Нет замедла. Точнее, замедло может и есть, только толку с него. Вот даже здесь хаст. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Он не достает даже с хастой. Ага, защита от воды. Кстати, от земли было бы неплохо, а от воды херня. От воды полная херня. Ну вот тут зеркало типа есть, да? Судака, откуда есть же? Вот она победа, да, есть. Красиво. Серго. Как это? Низвержен. Красивая игра. Финалка прям подошла. Ну все по плану. Я в принципе все озвучил в начале. Все так и сложилось. Был бы еще Резб, я бы был бы еще сильнее. Вот эта тактика, конечно, не всегда она работает, но когда у тебя хорошая СП и нормальный такой плотный юнит... О, Дхарма Яма. У нас эти, свидетели Дармы. Свидетели Иеговы, да, есть? А тут свидетели Дармы. Адепты. ПД. ПД это как голы. Мюллих. Что прикольно, кстати, я в первой игре с плащиком скорости играл плюс 2. Вот вторая игра был с плащиком, а сейчас Мюллих у меня автоматически с плащиком. То есть я две скорости не покидает меня. Но там Астрал. Астрал парень серьезный. Так, Серго решил пока паузу взять. Переосмыслить. Книжка Земли. Ну, вроде неплохо. Сейчас посмотрим. Оу, а тут статов, бляха-муха. А тут статов, бляха-муха. Ну, это точно отпадает. Вот либо статы. Ну, тут много статов. Я не могу такое игнорировать. Тут посмотрите. 10, 15, 17 боевых. 5-5, блин. Та ты шо. КЗ, конечно, круто, но тут 2-2. 2-2, блядь, это ни о чем. Ну, надеемся, что нас не подведет магия. Но выглядит мега сильно. Так, 6, 16, 2. Если даже, кстати, магия подведет, мы с этим останемся доспехом. Надо атаку брать, а то 6 атаки как-то мало. У нас защита охеренная, а атаки нет. Тут нужна атака с такой скоростью. Есть ответный гипноз, да, кстати. И есть этот самый. Нормально, нормально. У нас есть снятие. И есть ответный гипноз. Куда там доспехи, алло? Куда? Удачу мы возьмем, это понятно, потом. Короче. Воду нельзя брать, потому что если возьмем воду, общая вода, такой маленький нюанс, но который многие ошибку делают на этом. Скажем так, базовая вода снимает гипноз, а экспертная не снимает. И тут вода нам будет во вред. Я понимаю, что клон, типа, все дела, но нельзя. Нельзя это делать. Нужна тактика. Я должен в него ворваться максимально сразу. Тактика нужна, воздух нужен и мудрость. Все. Список. Список простой, легко запомнить. Вот, суки, байтят. Нельзя. Суки байтят номер 2. Придется брать удар. Вот она. И вот придется вот так, вот так, вот так, бляха-муха, и вот так. Вместо тактики взяли дерьмо. Ну как дерьмо? Удача нормально. Но не докачали воздух. Ну ничего, продвинутый тоже пойдет. Хотелось бы, конечно, покрутить. Ух ты. Ну вот проблема, что тактику не дали. Я не смогу в него ворваться сразу. О, антимэджик это плюс. Это приятнее, чем лечение. Ну, если бы я знал, что у меня будет антимэджик.
Так, 70 манны. Наверное, хватит нам 70 манны. На крайняк кидаем антимагию на ангела. И тупо руками его захерячим. Вот такой план. 70 маны, я думаю, нам хватит. Да, хватит. Так, снимаем это добро. 8 СП. Ну, гипноз не вау. Ну ладно. Я думаю, наш первый каст будет... Если я там увижу СП большое, первый каст будет антимагия на ангела. По любасику. Так, 9 СП. Антимагия на ангела, потом я смогу, в принципе, работать. Так, чудик из таких не сильно приятных ребят, которых могут забрать. Ну, давай мы его вниз просто поставим. То есть, даже если он его заберет, пускай он будет подальше от всех. Так, мораль у нас охеревшая, поэтому можем брать спокойно нежить. Вот этих ребят спокойно брать. Вот этих взять, не грейдженных, пускай будут. Вот здесь пускай стоят. Не, не здесь, вот здесь с этим. Так, здесь у нас что-то вырисовывается такая, какая-то тема. Ну, блин, кого еще взять? Этих мы не потянем, никсов, уже дорого. Да, а из таких серьезных ребят... Ну, вот этих мы возьмем тупо на шару, наверное. Полурослики. Да, они по центру будут. Давай вот этих возьмем, они по мясу нормальные. Ну, либо вот этих брать. Ты еще... Ну, там не... мы их не улучшим. Мы их не улучшим. Давай вот этих пацанов. Как раз на все бэбки. Пойдет. Блядь, у него фен. А, там 3 СП. Камон. Можно не париться. А, там тоже плюс 2 скорости. Я понял его, типа, замысел. Он, типа, видит, что играет против Мюллиха. И думает, ага, как можно, надо же Мюллиха перегнать. И берет плащ. Но берет говно остальное. То есть парень тупо забайтился на плащ, чертов. А он ему нихера не дает. 3 СП, это вообще ни о чем. 3 СП это смешно. Блять, серьезно? Хаста. Ты еще вырываться в меня надумай. Со своим 7-2. У тебя 9 боевых против моих 29 боевых. И ты в меня будешь врываться? Seriously? Я на это хочу посмотреть. Там урон, наверное, сейчас он наводит вот сюда. Урон там 20 от силы, наверное. На психа. Ну там где прожих. Ха-ха, ну-ка, смотрим. Ну, чуть-чуть я приуменьшил. 26, да, все-таки? Да, 69. 26. Ладно, 26 это прям значительно больше. Причем парень хастует с минус 2 моралью. Ну, вот это неприятно только что было. Так. Вот это было неприятно. Так, ладно, мы вейтимся. Мы заберем Феникса, мы его же оружием будем херячить. Давай, я готов впитать максимальный урон. Надеюсь, хоть кто-то пропустит за раунд. Пока что-то никто не желает пропускать. Фена забираем, убиваем вот эту всю херню. И потом уже врываемся в него уже по-взрослому. Неприятно, конечно, яд, но не критично. Учитывая, в кого он пуля... А, полуросликов. 10, 11. Ну, молодец. Типа ты, блин, ворвался охереть как жестко. Допустим. Или убивать просто пока что. Давай попробуем перебить, а загипнозим кого-то другого.
Я же могу и поубивать нахрен всех тут. В принципе, да? Просто берем вот так вот и уничтожаем. Ну так мы не убьем. Ладно, ладно, понял, понял. Давай. Давай тогда так. И змея потом заберем, да, наверное. И заберем змея. Он как раз хастованный. А, мы не заберем змея. Черт, а что я так подумал, что мы змея заберем? Нормально. Все рассчитано до миллиметра просто. Да, 175 не хватает. А, ну, потому что не эксперт. На эксперте 6 СП забирает змея. Оу, парень. Чё началось? Полегче. Так, полегче. Так, надо убить змея, да, получается? Легко. Змей просто не жилец. У меня даже нечем бить его, но чудик его захерячит. Победка наша. Сюда ее. Аформатив. Аформатив. Так. Go next. Хорошо идем. Игры клевые. Настроение отличное. Мне сегодня тут по работе подогнали бутылочку Бакарди. Я не удержался, ее открыл. Напиток богов просто. Так, пока нет оппонента, пойду плесну. Оно у меня в холодильничке, чтобы было вообще максимально кайфово. Так, сейчас Дхарма Яма залетел опять. Я запущу игру и пойду себе обновлю. Так, друзья, Димоненок с вами. Энсвита. В Энсвита там кто? Дрейкон? Сеньор Дрей... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дабл змеи с первой скоростью. Ну, не вторая скорость, но все-таки скорость. Мама любит скорость. Ой-ой-ой-ой-ой, водичка. Водичку берем, конечно же. Get over, get over, get over. Так, ну что, пускай это барахло валяется. Нам это не интересно. Так, 3497, шикарный вид, как говорят в Одессе. Погнали. Хоста, вода, ну еще дали конь. Ой, блядь, грязь. Фу, фу, какая грязь. Аж неинтересно так будет катать. Просто развал жесткий. Ну зачем так сильно? Вообще просто без вариков. Просто без вариков.
О, поймали мораль. То, что я хотел. Так, есть контакт. Вот эта мелочуха нам пригодится. Так, 5, 14, 11, 12. Ну, сейчас это будет разнос просто тут. Ему невозможно устоять, нечем просто. Против такого не устоишь. Хоть драконы там, не знаю, ни хера не спасает. Просто ни хера не спасет его. Мгновенный развал кабинета. Так. Еще юниты толковые. Кроме того, что охеренная сдача, блин, по магии, по шмоткам. Еще юниты топчик. Так, 2500, говорите, да? Вот эти ребята хорошие. Хотелось бы их взять. Мухи. Да не, мухи не сейчас. Мухи нам сейчас не интересны. А в вашем клубе скучно и неинтересно. Давай вот так. 680. Ну, потянем мы. Двоих, одного огневика. Давай одного огневика. Чисто под защиты будут, да? Набираем тактические единички для снятия ответок, там все дела. Это правильная тема. Не, супер. Мне нравится. Мне очень нравится. Get over here, как говорит Скорпион. 20 манны. И, блядь, шо... Это шо за мусор? Это, блядь, шо за херота? Что за мусор это, я спрашиваю, блядь. Херня якась, блядь. Просто херня. Да. Да, я хотел сказать, хотя бы змея пристрели для интриги. Даже для интриги не получилось змея прибить. А почему не взял Т7? А, даже не добили змея. Ну, это смешно. Было бы смешно, если бы не было так обидно. Так. Круто, что защита от воды, только толку с нее. А, подлечили, да, этого хера? Ну, его-то не сильно спасет. Ты не уйдешь. И защита даже не... Та ты что-то вообще?
Вообще какой-то слабый гейминг. Так, go next. Дот предлагает Лактест Адванс покатать. Вроде можно было бы, но... Он тут что-то играет, что-то на рейтинг, тут не на рейтинг. А, типа я понял, сейчас типа с нубиками, чтобы рейтинг не пороть, он решил поиграть не на рейтинг. А когда залетают серьезные пацаны, ровные, то тогда можно на рейтинг поиграть. Наверное, такая логика. Ну что-то к нему никто не заходит. А, кстати, мне вот нравится. Лактест Advanced без рейта, но 30+. Типа 29 нельзя играть и там десяткам. Это же не на рейт. Не, ну я понимаю там, что типа, что вообще, типа, откровенные, типа, нубасы не залетали. Логика такова. То есть тридцатка это, типа, черта между нубасом и более-менее, там, раздупленным игроком. Демон, привет, погнали, раскатаю тебя. Кто ты, воин? Что-то за Дхарма-яма. Это какой-то поклонник. Адепт Ямы Дармы, типа. Или, типа, он мега, этот самый, мега юморной чувак. Придумал, типа, наоборот. Подожди меня. Кто первый залетит, тот и папа. Ну, извините, стартовать я не могу, видишь? Кнопка неактивна. Я бы стартанул, если было бы с кем. Поэтому, кто первый залетит, тот и мама. Ну, и обычно, кто последний, тот и папа, да. Согласен. Замечание правильное. Так, вот он, сеньор охотник. Ура, я мама. Так, только не палить меня. Играй серьезно. Учись играть, не палить. И не слушать. Глы. Не буду палить. И не слушать, буду серьезно. Ну, если хочешь научиться, ну, надо как-то так. Давай, выходи. Я сейчас увижу, ли ты вышел. Ты меня не наебешь. Голы. Так, у нас Стракер. Стракер против Тана. Ёба-роба. Незаконное, блин. Незаконное проникновение сейчас будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это поворот. Так, ну, латы со скоростью. Я, конечно, все игры отыграл со скоростью, но здесь я ее, наверное, скипну. Так, из приятного шапка. Шапка, плащик нам не нужен. Короче, вот это берется здесь. Так, а ну-ка смотрим. Пока охотник светится в онлайне. Не знаю, не знаю. Не вышел. Или оно еще пока с задержкой. Но отображается, что он смотрит. Ему это не помогало, но все равно. А нет, все. Парень не смотрит. Все по чесноку.
Так, льдышка. Мы тебя натаскаем. Как козочек Сидоровых. Так, ладно, шутки шутками, давай катать. Тактика хорошо смотрится, кстати. Против Тана. По-моему, даже отлично смотрится тактика. Так, дальше. Ну, мораль этот чел не возьмет, естественно. Ну, земля в топе. Земля прям в топе-топе. Пробуем поймать землю. Спасибо. Я еще рассматривал воздух там на крайняк, но лучше так. Так, доспех. Нахер он мне нужен. Давай резист. Атака в студию. 4-1-7-7. Опа-па. Блин, монахи какие-то топовые, но лишние. Резурект с монаха это очень лишние. Так, 7. 7, 7, 7. Так, ну интеллект мы не взяли. Давай 8 СП. Так, хорошо. Ну и еще стрелками будем или волной. Сейчас я еще не решил, чем его убивать. Сейчас посмотрим, чем его убивать. Может, антимагию на ифритов. Антимагия на... Сейчас я увижу, кстати. Если я увижу сейчас кольцо блядское, то будет ему больно от моей волны. Сейчас все будет видно. Так, хорошо. Давай ты наверх, мы внизу. Ну, бесиков. Бесиков святое дело взять. Бесики. Так, у нас по морали, в принципе, плюс 2 целых. Охренеть. Просто охренеть. Так, коты. Да, в принципе, коты. Не знаю. Может, стрелков взять. Хотя стрельбы у нас нет. Ну, правда, можно какую-то единичку пристрелить. Вроде как неплохо. Или котов взять на все бэбки. Так, дай подумаю. Не душите меня таймером. Коты вроде лучше. Да, коты. Тактику же мы взяли. Да, тактику взяли, значит, коты. Будем наступать котами. Так, и у нас осталось 440. Я бы, наверное, оставил бы плюс одну. Нормальная тема, в принципе. Давай вот так. Чертей наплодим миллион. Ну ничего себе. Я, наверное, должен испугаться. Наверное, прям должен испугаться. У меня еще... Это что было?
То есть у него кулон от волны, а... Практически. Жестко. А сколько там волна была? 57. Круто. Ну, поехали. Время умирать. Хорошо, хоть показал. Я его думал волной убивать. Я думал антимагию кидать на Айфрита. Волну потом бросать. Наивный. Но парень мне чуть-чуть упростил. Скажем так, не то, что упростил, поменял стратегию на более простую, наверное, даже. Так, атакуем. Атакуем всеми. Так, бычару мы тут не убьем пока что. Пока что. Но мы сейчас... Сейчас мы придумаем, как бычару захерячить. Так. 57, 86. Давай сюда лупанем. Ну, в этот раз попал. В этот раз попал. Так, ну надо кота, этого не кота, а убить быка. Самый опасный чел. Так, сколько там? 42. А наносим мы 42. Прекрасно. Все сходится. Так. Ничего себе, хостецкий. Мега-хостецкий парень. Да, изи катка. Прям вообще непристойно низ это изи. А сколько у охотника рейта? Там уже все залито? Да. Даже все, что было, уже все залито. Под ноль. Так, у нас Килгорчик против Джедита. Вау. Это сильно. Причем у нас нету кольца, но есть накидон, да?
Книга воздуха вроде как неплохо, но остальное барахло. А тут скорость, получается, будет зря. Черт. Но нет у нас выбора. Так, шоком. А ну, Килгор, покажись. Давай вот так. 4-5-3-4. Херня, честно говоря. Но попробуем. Да, еще и магия гомнище. Магия полная гомнище. Так, берем доспехи. Тактика, мораль. Все, что нам нужно, в принципе. А, огонь, да. Огонь, хорошо. Ну, без тактики. Из-за огня придется без тактики катать. 9-8-4-4. Маны вообще нет. Ну, по 5, да, будет. Ну, блин, если там какой-то болтяра, то мы не потянем. Ну, у нас есть, если там стрелки, допустим, у нас есть защита от огня, прикольно. Посмотрим сейчас. В принципе, все очень неплохо. Кроме отсутствия тактики. Ну, блин, променяли огонь на тактику. Я думаю, это оправдано. Потому что убить чисто руками тяжко. Так, что там по морали? Подождите, покажите. Покажите мне мораль. Ага. То есть уже не так-то и хорошо. Не так-то прям все и круто. Ну, эльфы, да. Или подожди. Не, это дорого. Мы 2400. Да, мы так не потянем. Да, давай эльфы. И эти. Чтоб не упороть мораль, тогда горгуличи. Горгулевичи. Каменные горгулья. Давайте в грейд. Так, как мы станем? А как обычно. Вот так и станем. Не знаю, если болты не залочим, то печально. Но посмотрим. Блядь, нихера себе, 12 СП. Ты что, ёбнулся? Где ты столько, блин, нарыл? Чёртова СП. Где можно было нарыть столько СП? Так, у нас 90. Так. Хотелось бы палатку снести нахрен. Там мы не достаем, да? Жаль, не достаем до... Так, кого побольше мы можем прибить? Мы побольше можем прибить, наверное, грифонов, да? Хотя мечей бы хотелось бы по это. А, ну там один меч только умирает. А здесь парочка грифов. А, там еще минус 2 морали. Жестко.
Победка наша. Аффирматив. Поехали дальше. Все, охотник уже вижу зрителем стал. Наигрался. Надолго не хватает нервов. Блыглы. Что-то тупит. Что-то тупит эта игра. И похоже не раздуплится. А, раздуплилась. Ну, поехали. Исра. А там Катюша. Раскудрявый. Только что мелькнул. Опаньки, да? Устёпаньки. Опаньки, устёпаньки. Так. Да начнется движ. Стракер мега серьезный парень. Ну, шрайны говно. Откровенное говно. Говнище. Другого тут слова не подберешь. Если бы не книжка, то вообще было бы сосамба. Вот реально, убери книгу, смотри. Оба. Ну что, остается? Ну хотя, остается та же земля, да, получается, почти. Так, остается та же земля. О, охотник вышел. Уже нету. Но так соблазн подсмотреть все-таки большой. Стоит ли мне брать деф? Не вижу смысла, хотя... Не вижу смысла. Вот атака и то более профитна. Или интеллект. Ну, еще можно тактику взять легенькую. Мне нравится. Немножечко расставиться мне всегда нравилось. Так, 3-13, 9-9. Очень серьезная исра. Да ты шо? Просто, блин, убийца, а не исра. 150 маны. Даже покупать нихера не буду по магии. Это все лишнее. Так, ну, единственная проблема исры — мораль. Мораль могла только там чудом выпасть в этом каком-то монахе там или в хатке. Ух, давайте подумаем. Можно ли как-то избежать сильно этой морали отрицательной? Блин, честно говоря, какой-то такой разнобой. Болото. Башня. Подземка. Инферно. Кастл. Цитадель. Ага, вот совпадает у нас. Подземка. Две подземки. Ну, допустим, раз, два. Можем взять еще вампиров. 3-4. Кстати, да, наверное, так и сделаем. Хули. Давай вампов. Хули-гули.
Отлично. Пацаны вообще ребята. Давайте я по центру. Тебя наверх, а мы тут. А, 3600. Минотавры. Да. Минотавры пойдут вот сюда. Мы здесь. И привидосов набрать. Давай наберем чисто привидосов на отсос магии. Это будет убойная тема. Просто угар. Да. Вот так вот. Вот так вот тема. Погнали. Семь, 19, 4, 3. Ну, типа жестко, что ему сказать. Прям жестко-жестко. Жестко, прям прижестко. Давай сюда. Ебать. Так, мега жесткая тема. Так. Лочим ему лучников и отсасываемся вампом. Мана тает. Развал кабинета просто. Достаточно. Более чем достаточно. Не, ну сдачки что-то против охотника выпали прям какие-то зверские. Против молодого. Тупая игра. О, Дукельф. Тут просто, понимаешь, справедливости ради. Кроме того, что как бы я сильнее тебе играю, у меня сдачи прям имбовые выпали против тебя. Просто имбовая. То есть вообще без шансов. Тут любой бы проиграл. Поэтому не сильно расстраивайся. Как там, есть шутка такая. Как говорят люди с раздвоением личности, не расстраивайся. Понял? Так, Дерек против Ризы. Поехали. Опа-па. Вот это поворот. Give it to me.
на борт это все барахлишко. Смешно. Да, смешно. Это каламбуры. 16087. Хорошо. Дайте мне какой-то болт с левой резьбой. И я все порешаю. Не дали болт. Опять волна смерти, ну серьезно. Что я буду с ним делать? Огнешар. Придется накидочку снять. Ради огнешара снимем. А я хотел играть без него. Так, ладно, тогда берем огонь. Огонь тактика. И мудрость вцепить, да? Погнали. Мимо, 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 мимо. Камон, ты вообще думаешь брать то, что мне надо? Вот чучело. Ладно, без огня играем. Но с тактикой, хорошо. Дерек, конечно, ну неплох. 19-2 с эксперт-атакой. Это будет очень хорошо. Главное, чтобы там Феникса не было, чтобы я успел лупануть нормальненько. По-братски так. Так. Чё нам... Блядь, ну спасибо. Не, кстати, неплохо. Хотя бы шарик теперь будет стоить на 4 единицы меньше. Это большой плюс. Так 16, а так... а так 12. О, знания добавились. Водичка. Мы берем СП. Естественно, берем СП. 20-я атака. Так, 20-я атака. 22, 10, 9. Angel, Ифритос, Фен. Кстати, прикольно. Раз немного. Так, блин, у меня две расы будет. Реально две. Как ни крути две. Надо Церберов брать под эксперт-атаку. Так, 2200. Одну воздушку. Чисто под защиту. 1900. И тогда вот набираем пачку лучников. Супер, супер, я доволен. Так, фен у меня получается. То есть вроде как обогнать он меня не сильно может. В теории. Так, подождите. Давай Цербер к нам. И вот так вот. Так, у меня 2 минутки. Сейчас я пойду себе допинга налью. Может, это все из-за него так получается красиво. Так, о, готов, да? Супер. Готов, готов. Ну, погнали, парень. Блять, все-таки фен, да? Все-таки фен. Так, сейчас подумаем. Брэм-бам-бам. Брэм-бам-бам. Ну, он достает меня кругом. Давай. У меня типа 22, а у него 21, кстати. Не так-то и меньше. Не намного меньше.
95-й болт. Ну, неплохо. Неплохо, но не убил же ж. А, достают, да, чертовы эти? Ладно. Хорош. Херня на постном масле, дружок. Опа. А что теперь будешь делать? Как дела? Как дела еще не родила? Да, печально, дружище. Сюда победу даешь. Задушила его. Дизмораль задушила парня. Ну, тут и без дизморали я выигрывал. Не особо мне помогло. Просто убила интригу очень быстро. Так могла быть какая-то интрига. Но она моментально закончилась. Косметра водяная против Крэга Кека. Крэг Кек. Вот это хорошо. Вот это хорошо мы возьмем, скорее всего. Да, мы это хорошо и возьмем. Так, лук золотой, кстати, есть. А есть кому пострелять, ребята? 8, 5, 11, 7. Есть кому пострелять, в принципе. И вот тут, ребятки, и вот тут вот. Нормально. Так. Хастаболт и... антимэджик. Воды мало, но лечение есть. Так, удача доспехи, это, конечно, прикольно, но нет. Не то, что я хочу. Воздух, да. Стрельба, не знаю. Лучше тактика. Или морально, крайняк. Отлично. Воду нам особо не надо это экспертить. Удачка и доспех. Прекрасно. Прекрасно. Ну, блин, ну ладно, не лишнее, не лишнее, согласен. Оу. Пойдет. 400, ни хрена себе. Не будем мы тратить деньги, наверное, ни на что просто. Так, плюс 3 эксперт морали. Ну, бычки... Ой, бычки, господи, магия. О чем я мечтаю? Какие бычки? Мечи, монахи... Так, ну, наверное, возьмем... Механиков катлям раздают. 3900.
Плюс 2 морали. Я думаю, мы улучшим, ребят, вот этих. 300. А, плюс 2 морали, да? Тогда можем взять, в принципе, вот этих ребят. И вот этих ребят. Как раз на 1800 ровно. Так, надо их как-то распределить. Давайте вы здесь. Вы тут. Давай даже вот так, наверное. Или вот так. Не, давай все-таки вот так. Жалко, тактика всего лишь базовая, но даже базовая очень хорошо подрешает. Готов? Поехали. Так. Вот это мне не нравится, блин. Защита от воздуха. 25 боевых. У меня, в принципе, 17. Держим удар. Нужно успеть ангела убить. Остальное мелочуха. Остальное просто мелочуха, ни о чемная. Атакуй. Двенадцатая атака под Крэгом, это сильно. Но ворвется только два юнита, да? Да, два юнита. Как ему катля выбить? Никак. У него в лучшем случае это поднятие с эксперт землей. Это максимально, что у него может быть. Все остальное проигрывает. Блять. Блять. Ну серьезно, плюс одна моралька с удачей. Вот так вот, ну удача, ладно. Херово. Бля, ты понял, как ему повезло? Я убивал этого черта, а теперь не убиваю. Сука, блин. Да, подвезло так подвезло. И он что-то ждет. Че ты ждешь? Давай, вейт. Кто-то прям ждет так невероятно. Так. Даем, наверное, хаст. Или что давать? Блять, ну пидорас, сука конченая, блядь, чё ж ты сразу не дал? Ну как так, блядь, именно за медло у него, ебануться, просто ебануться. Ну, блядь, вот здесь повезло, и тут, блядь, досиделся ж, блядь, петушарий, блин, ну это камон. Это просто камон, блядь. Как так можно было разгадать? Сидит за медлом, блядь, до последнего мува. Я же убивал эту, блин, тряпку. На что ты рассчитывал, блядь? Ты ж без каста оставался, блядь. Ну, это смешно. Ну, проканало же, бляха-муха. Как так? То есть, чувак стоит на одном юнит и видит 9 СП? Нормально, можно подождать. Почему бы не подождать, да? Я в шоке, блядь, с этого мышления. И насколько оно бывает срабатывает, это мышление. Просто берет и срабатывает, блядь, сука.
Там, где надо, и там, где не надо. Капец просто какой-то. Сил нет. Так, ладно. Спокойно. Блядь, достает кругом собака бешеная. То, что там у тебя этот самый, я уже догадался давным-давно. Бля, достают кругом, задолбали. Вроде обычная шестая скорость. Но почему-то достают кругом. Ну и очень спасло, блядь, вот это с катлем. Это настолько спасло же, блин, это капец просто. Как же его спасло с катлем, это, блин, cool story. Чёртовым катлем спасло, блин, капитально. Ой-ой-ой, ладно, 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 ладно. Так, это у нас типа заслепленный. Ну блин, у меня уже не осталось никого, вот в чем проблема. Практически никого не осталось, всех перебили. Давай так. Но мы проигрываем здесь. Просто, блин, два мува. Ну, первый фартовый, дали ангелу, ну все здесь, дали ангелу удачу, блин, ну, блядь, теперь слив. Он же вроде пишет по-русски. Да, писал. Что цепь? Бля, смотри, что делается.
Ладно. Цепная молния, говорит. Просто цепная молния. Привет. Поехали. Обидно. Мы могли выиграть, но вот так вот. Короче, ладно, поехали дальше. Алкинфюр. Бо что-то чувак меня напрягает. Мы с ним 100 раз играли эту карту, блин. Он мне пишет про какие-то цепухи, про какие-то армаги. Какую-то дичь просто, блин, херячит. Я ему проговорю про одно, он мне про какие-то армаги, про цепные молнии. Так, ладно, воздух, воздух, да, у нас тут смотрится, но нет. Хотя 1-1, но здесь слабо, слабо по воздуху. Сейчас я подумаю. Так, 2-2, шапка, блокировка третьего. Там фьюр, в принципе, давай, наверное, через эту играть. Так, поехали. Ну реально, с челом играл, блин, уже очень много раз. Либо у него все смешалось. Он типа, знаешь, играет любой скилл-тест, похер, оно везде одинаковое все. Скилл-тест, скилл-тест. Скилл-тест, лак-тест, арена, там лак-тест advanced, один хер везде. Но если у него такая логика, ну простите. Тогда все одинаково вообще, что черное, что белое, что фиолетовое. Так, давай смотреть. Что там дают нам мудрость? А на мудрости мы можем взять ничего особенного. Давай берем... А, не, тактику, подожди. Лучше взять воздух и моральку. Да. Не, моралька у нас есть.
Моралька у нас есть, в принципе, два артефакта. Воздух это был бы идеально. Земля нет. Пробуем поймать воздух. Но с водой, с воздухом у него... Ладно, берем воду тогда. Потому что останемся вообще без... Без стихии. Чего не хотелось бы. У нас стрелки хотя бы есть. А учитывая наше количество магии... А, вот где воздух был. Ну кто ж знал. Кто ж знал, что он там. Так, 5-13, 6-3. Ну, блин. Вроде плюс-минус неплохо. Ну, стрелками будем закидывать. Условно у нас 7 стрелок, да? Да. 28. Если не будет пегасов, тогда 7 стрелок. Так, хорошо. Девилы. Джины. Давай джинов наверх. Так, 2200 осталось. Не густо. А по морали что? Плюс один. Мы можем что сделать? Набрать пауков чисто под камикадзе? Давай, наверное, так и сделаем. Нормальная тема. Поехали. Пауки под камикадзе. Будут атаковать его. Так, восьмая скорость. Сюда. Давай одного здесь поставим. Так, окей. Что у нас? 105 стрелочка. Так, там 9 СП целый. Ни хрена себе просто. Ладно, начнем, наверное, с вот этих. Ну, кайфует чувак, значит кайфует, ладно. Если чувак кайфует, чё на него обижаться? Пусть кайфует. Так, решил меня убить своими ледянками. Такой план, да? Так, хорошо. Давай так. А там моралька нейтральная. Так. Девяносто шесть.
138. Наша стрелка 138 не выбьет. Ну, я могу вообще, в принципе... Ага, 96. Ну, мне выгодно, что он ударил чудика. Идем вперед. Так, хорошо. Давай так. Вот это поворот. А у меня есть снятие? Не помню, кстати, или есть снятие. Сейчас будет прикольно, если нет снятия. У него же, конечно, и войск не осталось, но все равно. Снять, я помню, на 9 раундов, ни хрена себе. Да, сейчас будет лупашить меня. Так, в принципе, уже наигрался. Вроде как, да. Сколько мы сыграли за вечер? А ну-ка, дай посмотрим. За вечер мы сыграли... А, вот Серго начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Выиграли, тут обидно проиграли. 8-1, 9 игр. Блин, чувак, только не занимайся этой херней. Где этот бойскаут? Бойскаут. Да вроде он не должен заниматься этой херней, но хрен его знает. Мы с ним уже играли, кстати, не раз. Вроде не ливал. Угу. Вроде. Ну да, снятия у нас нету, я уже понял. А как же? Для интриги. Для интриги обязательно должен резист еще поработать. А как иначе? Палатку убьет, блядь. О, начинается эта дурная тема, блин. Ну ладно, ладно, давай, я подожду.
Четыре стрелки ему нужно еще отразить. Больно бьет, ничего не скажешь. Ну, его тут спасти, не знаю, должно быть три резиста подряд. Ну, ради бога, подлечил. Сто пятьдесят стало маны, да? О, это из хпшечки. Но будет ли он бить? Вряд ли. Нахер это дерьмо. Гипноз скоро закончится. Все. До свидания, бойскаутам. Так, давай еще парочку катанем. А то я чувствую, что меня... разбирает. Лойнис с молитвой. Крылеон. Ну вот наша тема. Молитва у нас не залочена, да? Молитва не залочена. Хорошо. Хотя, подожди. Ну да, щит. Статы хорошая. Лучше мы не возьмем. Никак. Так, кольцо посмотрим. Антиреса. Так, морали у нас немерено. 5-11-2-7. Мало СП. Есть молитва. Типа стопроцентная, да? О, отлично. И водичка. А, ну так уже можно работать. Я бы еще, может, тактику взял. Тактика неплохо. Кстати, можем взять сопротивление. Why not? А вдруг там ударка? Почему бы не взять? Насколько мне нужен интеллект. Морали точно не надо. Давай интеллект тогда. Морали прям чересчур много. О! Ну, напарили, да, мораль? Хорошо. Раз напарили, хорошо. Так, антирес, конечно же, одеваем. Так, морали немерено, поэтому берем. Берем просто всех подряд. Без раздумий просто. Бездумно просто будем набирать сейчас ребят. Так, вот просто беру.
И не могу остановиться. Беру и беру. Вот, остановился. Набрал, блин. Раз, два, три, Т6. Два, Т7, понятно. Ну, круто. И у меня плюс 2 осталось. Ладно, давай выстраиваться. Ты здесь. Давай нежить будет внизу. Да, давай вот так станем. Резист есть, там если берс какой-то, по идее отразим, погнали. Ого, парень. Парень. Так, он к нам пока не достает. Давай вейт. А, ну так супер. Тогда я сейчас твоего дэвила просто убью, да и все, на этом закончится. Давай каст. Серьезно, ты будешь вейтиться до последнего? Как тот чел с привидением, блин. Капец, обидно было, конечно. Осталось одно привидение, он, блин, замедло бросил. Это же надо быть скотиной такой. Так. 149. Молодец. Кучкуйтесь, блин. Кучкуйтесь в кучку. Блять. На! Кучканулись, ребята. Резиста набрал парниша. Так, раз там такой резист, блин, лютый. Не, ну мы будем пробовать дальше. Не такой-то и лютый. Получается. А чувак со статами... Что-то там вейтился. Короче. Злодцы утки. Злодцы утки. Короче, какая-то чепуха. Непонятная чепуха. Алекс, но без Е. Давай с Алексом the Great, практически. Александр Великий. Косметра у нас. А там Виктория. Ой-ой-ой-ой, хорошо. Ага, дают водичку под косметру.
Чем там different, не понял я пока. Так, водичка дали, да? Но мы не можем брать воду без ничего. Поэтому берем вот здесь. Шесть, семь, восемь, пять. Так, есть стрелка, есть болт, есть гипноз. Короче, у нас все воздушное. Надо брать воздух. Получается так. Попробуем поймать воздух. И моральку бы не помешало бы взять. Воздух легко, а мораль? Мораль нет. Кстати, стрельба. Ну, не знаю, там стрельбы настолько мало. Ну, давай, там у нас артефакт под стрельбу. Атака хороша. Пускай будет волшебство. 9, 7, 12, 7. Защита. О, тактика хорошо. Атака хорошо. Нормально. Косметра получилось довольно... Блин, 70 маны? Серьезно? Всего лишь? Не, ну учитывая гипноз, надо больше. Так. Так. Так, так. И вот так. И в итоге у нас плюс один. Я бы взял бы, наверное, еще птичек вот этих. Пускай будет нейтральная мораль. Так. 1400. И у нас остается на матросов чуть-чуть денег. Да, нормально. По-моему, 8, да, только хватает? Да. Хватает только 8. Так, давай сюда. Так, пока пусть думает, сейчас я вернусь. Виктория. Поехали. Ну, если манга заберем, то супер. Скорости нагреб, блин. Прям капец.
Тут не скрыться. Так. А, там еще Пегас, блядский, сука. Там же, блядский, Пегас. А, ну да, гипноза нет. Гипноза нет. За счет болтов катать. Два. Вроде можем. А есть там этот самый. Давай подождем. Не хочу нарваться на резурект. Маны там много. Попробуем дождаться каста, а потом кинем. Будет он меня атаковать. 17 боевых против 19. А, в дракона полетел? А, он хочет дракона захерячить. Ну, типа норм, наверное. Желание, в принципе, правильное. Чего он магию не кастует? Резурект, что ли, взял? Пока... А, вот он кастанул магию. 103. Кастанул магию. Хорош. Сейчас разорву, блядь, нахрен его. Порвем как грелочку. А кого подлечили? Да, красного дракона, все правильно. Он, по-моему, даже не убьет. Да, не, даже не убивает ее.
Победка наша, причем даже особо без напряга. Что-то ожидалось как-то более сопротивление. ТФП. Ждем оппонента. Типа. Ой, ты мой Коша. Красотка. Фиби красотка. Так, 2 часа стримим. Надо уже заканчивать. Давай до этого. До первого поражения, да, будем заканчивать, наверное. Кто-то залетел к Нора-Те. Нора-Те играет обычный скилл-баланс. О, Нью Монарх. Блять. Что-то ты быстро вышел, парень. Ой. Ну да, уже. Не, еще игроков, кстати, много. 1170, нормально. Сергон уже, блин, где-то нафармил. А что это за игра такая по умолчанию? Мистер Лоу Скилл. Поехали, злоцутки, или как он там? Злоцуткий. Так, Нимус Даркшторн. Блять, прикольно, а где знания взять? Ха, очень интересно. Здесь точно мимо. А вот здесь интереснее. Здесь статы бешеные просто. Тут вроде статы плюс солнышко, усилочек под огонек, что для Нимуса прикольно. То есть только в знаниях вопрос, да? А, тут 2 шеи. Все равно хочу вот это разыграть. Мне нравится оно. Мне тут эта тема прям нравится. 7-7-4-1, солнышко в студию. Здесь типа как-то, ну короче. Я все-таки думаю, я верю, что я намучу знания. Вот, если бы я играл чисто шрайнами, играл бы с одной стрелкой. А так у нас побольше, чем стрелка. Так, сопротивление. Вот уже огонь взяли. Так, давай уже сопротивление, давай. Ой, мораль нам не надо. Ну ладно, пусть будет, не помешает, в принципе. Хотя лучше б тактику я бы ждал бы больше. Но тактики нету. Давай так. Взяли сопротивлялки кучу. Взяли этот, блин. Особо ненужный. Так, ну эти берутся по любасику, да, ребята. 4300. Ну, такое впечатление, что не знаю.
Взять водянок, нормальную пачку. И землянок, наверное, да, набрать. Какая-то такая, блин, получается херня. Давай так, станем. Дабл фениксы. Плохо, что дабл фениксы. У меня как раз огонек. Берзеркер бросил. Бросили берзеркер. Так. Бля, тут получается нету магии высокой. Он чисто берсы набрал мне. Чисто берсы набрал. Прикольно. Давай так. Посмотрим. Моральку не дали, к сожалению. А этот хер не пропускает, да? Ублюдок, блядь, ты понял, что он делает? Ублюдок, блядский. Так. Пошел в атаку, блядь, умник. Нихера себе просто, блин. Парень пошел в атаку. Да пропусти ход, курва, блядь. Когда-нибудь ты можешь пропустить? Вот просто два феникса ходят, блин. И берсу я получаю постоянно. О, это хорошо, что он немножко переключился. Так. На, сучара. Хорош. Вейт. Нахер это говно.
Победка наша. Get over here. Так, играем до первого поражения и в люлю. Поехали. Айне, айне. С огоньком, да? Да. Девочка с огоньком. А там Кася. Неплохо. Ух ты, как интересно. Как же... та ты шо? Книжка огня с усилком второй раз подряд. So close. 0-0-9-4. Да пофиг на 0-0. Так. Ну тут барахло. Мораль, тактика. Вот это было бы идеально. Ну, давай так. Тактику не дали, плохо. Против воина. Против воина это не очень хорошо. 107 маны. Один, один, 14-9. Короче, морали набрались. Можем даже нежить купить. Можем позволить. Так. Так, 1900. Кого можем еще купить? Стрелков, что ли, купить? Не знаю. Мораль плюс 2. Давай, наверное, купим медуз. Так. И купим. Кого мы можем еще купить? Вот этих, блин, улучшенных ребят. Давай как-то так. Так, ну там третий СП, 9-10. Есть ифрит. Еба. Так, у нас 1-1, конечно. Больно будет сейчас. Вообще не держим удар. Будем пытаться выбивать у него основных. 60. У меня посильнее немножко огнешар. Пытаться надо ифрита выбить всеми силами. Ифрит единственный, на кого мы не можем убить его магией. Так, даже не знаю, куда двигаться. Давай сюда. Все в ифрита надо стрелять. Бля, сейчас киданет огнешар, да? Ну, он все равно слабый. Плевать. Плевать на его огнешар.
Подъелся немножко. Хорошо. Блядские фангармы. Ну, план у него был неплохой. В теории, в такой большой. В большой-большой теории. Но нихера. Победка наша, да есть же. Оформили очередную победку. Давай до первого поражения. Иван. Хей, лей, 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 лей. Гоноун. Дьюри и Лор. Дьюри это спец по защите. Серьезный мужик. И Лор. О, вот это неплохо. А что еще? Не-не-не. Вот это неплохо мы и берем. Волна смерти. Ну это если прям подвезет так. Оденем. Блять. Нихера нету, да? Молитва. Молитва лихоста. Блять. Усилок там все дела и все до задницы. Молитва или хоста. Понял? Давай, мудрость и какая-то стихия из тех, что я озвучил. Хоста. Давай моральку хоть плюс один возьмем. Хотя бы плюс один. Так. Ну, тактику не взяли, но взяли хосту. Это перекрывает немного тактику. Ну, база будет. База у нас будет. Ну, волшебство, блять. Ну, деф, да, приятненький. Приятненький деф. Так, надо брать... Надо брать побольше армии. Нет смысла тратить. Есть убить нежить, но... Не знаю. У меня тут, я смотрю, нежить и куча просто. Похоже, придется брать нежить. А поднятия нету, блин, нихера нету. И вот уже минус один, да, сразу. Вот сука. А как иначе? Ничего ты не сделаешь. Ладно, попробуем хотя бы минус один сохранить. Ну. В итоге сохранили, да? Давай вот так. Попробуем на отсос магии сыграть. Типа хоста слепо. Хоста слепо нормально может покатать. В теории. Ну посмотрим. Мы можем в принципе спокойно кулон поменять, да, на вот этот минус 2 морали, более жесткий. Нам столько СП не надо.
когда ударки нет. Ну, ударка есть по своим. Я не буду применять, естественно. Ладно, гоу. Смотрим. Все-таки есть дракон. 12-9. С эксперт атакой, с эксперт защиты. Это очень сильно. Если там не будет жести какой-то, а там нет жести и близко, то я его развалю сейчас кабинет, да и все. Очередной развал кабинета сейчас будет. Ну, блядь, серьезно. Хаста на хасту, давай попада. Блядь. Ну, минус один, сука, ебаная. Ну, как так? У чела минус три, блядь, пропусков нету. Как же мне это бесит, блин. Два пропуска прям на ровном месте. Что за дичь? Других слов просто нет. Просто дичь, блин. У него 0-0 пропусков при минус 3, у меня 2. Как же, блин, меня это бесит. Такая тема, блин, чертовая. Так, ну там мы ударим. Там-то мы ударим по-любому, но подождите. А проклятие бросить не мог? Не мог, наверное. Ну хоть нахуй захерячили. Блин, удара гиганта очень сильно не хватило. Ну как очень сильно? Нагу бы убивали. Убили бы нагу. Ну он сейчас загрызет там гремлинов или гарпий, не знаю. Кого-то загрызет. Да, решил гремлина покусать. Ну, это правильно. Для сидов это самая лакомая тема. Так, второй раунд. Смотрим на пропуски. Сейчас будет интересно. Первый раунд у парня 0. У меня 2. Нихера себе, решил ударить. Ну, он меня руками все равно не убьет. Как бы ему не хотелось. А, вот так убьет. Если так, то убьет, конечно. Блять. Три пропуска, блядь. Заметьте, три пропуска, а у чувака пока ноль. Вот просто ноль, блядь. У собаки бешеной. Ноль продолжается. Просто бешеный пес, блин. Нахер, блядь. Сейчас.
Нахер это говно. Чувак отыграл два раунда без единого пропуска. Типа красавчик, да, наверное? 4 пропуска. 4-0, блядь. Вот как это работает, блядь? Вот как это работает? У меня слов нету просто. 4-0, блядь. В этой катке, может, не решит ничего, но, блин, насколько же оно может решить вообще в игре? Чувак катает, вообще не парится. Тут стараешься, там, чтобы была минимальная дизмораль хотя бы. И эта минимальная дизмораль, блин, пропускает больше, чем у него максимальная. Ну, сейчас мы заслепим. Тварь, блядь. Вонючая просто. Просто животное. Просто поганое животное, блин. Ты понял, как он? Так. Так, я пока всех не вылечу. И пока всю ману не отсосу у Гандона. Не пропускает. То есть собака будет играть без пропусков. Капец. Но я ему трупы перекрыл на всякий случай. Ну, благо, что у него там особо нет магии. И что? Ой, я увлекся. Увлекся пропусками. Ну ладно. Еще одну слепу надо было кинуть и все. И у него магии не было бы. Да и так уже хорошо. Добьем уже его. Я что-то наклацал, блин. Про
запустил свою слепу. Ну, будем считать, что он отрезистил ее. Он типа болтом добьет привидений. У меня, кстати, дракон пропустил, а у него еще пропусков не было. То есть он, чувак с минус 3, играет полностью в сухую. Да не, он ливать не будет, у него рейтинг хороший. Ну понятно, что болтяра. А вот что ты дальше будешь делать? Херов умник, да? Да не, конь не сработает с моими ребятами. Даже гар 50-ку нанесла. Не пропустил. Прикольно, чувак с минус 3 играл игру полностью без пропусков. У меня больше пропусков, чем у него. 6, да, у меня было? 6 пропусков против его 0. Слава богу, что это не сильно повлияло на игру. Так бы меня оборвало бы просто. Эти резуректы несправедливые, меня кумарят прям сильно. Поехали. Так, сейчас я себе еще снотворного уже плеснем. Так, легкий перекус хочется. Есть у нас прикольная косичка солененькая. Так что немножко почамкаю. Так, Сэм Фьюр. Хорошо. Угу. Ну, вроде как. Вот эта тема хорошо. Да, 15.054. Ну. О, накидка здесь. Можем не брать мудрость, да?
Реально можем не брать мудрость. Интеллект нам не надо. Ордер, да. Идеально. Да ты шо? Охеренно. Просто, блин, бомба. Развал сейчас будет. Сейчас будет очередной развал кабинета. Так. Так, у нас плюс два. Сейчас я подумаю. Ой, блин, что-то поперхнулся косичкой. Да, вот так. И вот так. Идеально. По-моему, да. Так, кот, ты такой не любишь. Не лезь. Просто не лезь. Вот так станем. Супер. Поехали. Там тоже есть дракончик. Давай к нему. Блин, котяра, ты задолбал. Так. Давай сюда. Давай, wait. Хоста. Неплохо. Блин, плохо стал здесь. Ну ладно, пускай бежит. А, ну, тогда вот так. На нахуй, блин, говно. Как дела? Как дела, чепуха? Дракон нахер.
Неплохо. Вау. То есть очередной чувак. А, это он же. Минус две морали, он вообще даже не знает, что это такое. Это типа нормальная тема. Просто все ходят, всем похуй. Вообще по херу всем. У меня пропускает, блядь, при минус одном опять. Какой-то Иван заколдованный, блядь. Серьезно? Ты еще гипноз выслал? Жесткий тип. Нахер пошел. Хренов умник, блядь. Ваня, Ваня, блядь. Жабарка Садель. Ну, блядь, думаю, это нет. Вот тут сильно, да, но тут три щита, блин. Четыре щита, камон. Ну, придется брать это. На одной шапке мы не выйдем. Один 12. 7-2. То есть 30 маны будет. Ну хотя бы болт. Если болтик будет, то супер. Мудрость брать не вижу смысла. Так, там что? Доспехи были? Нет. Мораль, тактика очень важна. Да. То, что важнее всего, мы берем. Прекрасно. Ну да, знания не добавились. Добавились. О, хорошо.
Если болт есть, пусть будет 9. Остальное мне не помогает просто, ничего. Так, тактика есть, да? Ну, черви набрать. Червяки. Ну и эти траглики. Траглики на сдачу подняли. Поехали. С Ванечкой сыграем. О, Рики Мартин появился. Появились нормальные игроки. Но я уже спать хочу, блин. Вот в чем проблема. Так. Так. Давай, все-таки так. Хорошо. Не убили палатку, плохо. Понятно. Блядь, у него там реса немерено. Минус 3 морали, может... Может, пропустишь наконец? Чувак играет постоянно минус 3 морали. У него все ходят. Просто похер. Вот просто, блядь, вы видите? Просто ходят. И на все плевать. Абсолютно на все плевать. Сейчас еще бык походит и все. И убьет фена. Зато удача, блядь, работает. Блядь, какой же петух, сука, вонючий. Пидорас, блядь, гандонистый, блядь. Заебал, блядь, тварь.
Ой, подымать некого. Ни хера себе, да? Бывает. Блять. Откуда? Ты выстрел свой гипноз, блять. Сука ты ебаная. Блять, ходит. Просто ходит. Ты посмотри на него, блядь. Ну, Минотавр, понятно, я не спорю. Минотавр, понятно, что ходит. Одиннадцать. Не, бычка будем держать. Пускай ресает. Ублюдок, блядь. Чепушила, блядь, фартовая. Блять, ходит, сука, хватит. Хватит ходить, тварь. Блять, тварина ебучая, блять, сдохни уже наконец-то. Пропусти ход, животное. Тварь, блядь. Просто тварь. Пиздец, блядь. Фартовый ублюдок, вонючий, конченый, блядь. А где моя мораль? Что-нибудь? У нас только один аут, если пропустит дракон, да? Сюда, блядь, пидорас, нахуй, на тебе, блядь, курва вонючая.
Ебанатный, блядь, прухлё. Сука, выбесил. Как же он выбесил, блин. Дамакон и вор. Ну, вроде как да. Да. Ну, антиболт важнее. Антиболт реально важнее. Ну, а у меня есть болт, да? Так, есть и смысл... Поднять мертвецов, которых нет. Нету смысла. Вообще никакого. Это земля. Какая нахрен земля? Зачем? Зачем она мне? А где мои статы? Чё так слабенько? 9-4. Ну, атака хорошая. А вот все остальное не блещет. Ну, надеюсь, там не накидка. Если не накидка, то мы тащим. Вот так вот. Все прекрасно качается. Так, давай здесь... С ифритами, да? Ты тут с этими. А конь с... Ой, конь с вот этими. Или титан с вот этими. Кто еще читер?
Так, смотрим. А у него восьмая скорость, да? Неприятненько. Девяносто, да? Как дела? Обменялись любезностями? Ага, вот оно, блядь. Началось. Тотальное, да? Даже резист сработал. Победку сюда. Спасибо. Так, сколько мы уже отыграли сегодня? Много. Ой, случайно запустил нитро. Луна. Луна один. Ух ты. Мне нравится.
Ну, пока это оденем. 0,766. Огонек еще дали. Хорошо, огонек нам в тему. И землю, да, надо взять. Земля, мораль. Это идеально будет. Так, воздух мимо. О. Неужели, блин, луна не докачала свой огонь? Забавно. Это очень забавно. Так. Так, 4, 7, 10, 10. Ну, кулончик оденем. Так, что у нас по армейке? Кстати, армейка очень хилая. Прям сильно хилая. Блять, 640. Собаки что-то прям сильно дорогие. Давай сюда. Давай вот так. Так, чувак готовится очень серьезно. Блин, плохо шофен. Первая скорость. Минус 3, как обычно, я уже привык. Сегодня я привык, что у всех все ходят. Угу. Ходят, да. Блядь, иди нахуй, тварь, блядь. Еще две удачи.
животные, блядь, заебали своим минус 3. Твари, блядь, вонючие. Просто твари. На нахуй, блядь, говно. Как дела? Да пропусти ход, животное. Тварь, блядь. Так. Ну да, тут мы всех не убьем. Как бы не хотелось. Вау. Вот это каст. Вот это каст у парня. Семьдесят три. Да камон. Подохни. Победка все-таки наша. Так, я уже уморился, честно говоря. Конечно, приятно побеждать, но уже спать охота.
Доброе утро, товарищи. Узнает, что есть. Оказывается, есть у нас Мека, да? Против волны. Так, Манер Тираксор. Блин, тут как-то так все непонятно. Тут статы, но тут куча оружия. Не-не-не, куча щитов. Вот это наша тема, да? Водичка. Тут, конечно, мало знаний, мало СП. Но в целом гарантированная магия. Волны нету, к сожалению. Хотя под волну даже землю дали. Под волну прям все идеально дали, но волны нет. Надо брать водичку тогда, наверное. Водичка и мораль. Хотя давай возьмем землю. Потому что водичка, чувствую, не выпадет. Так, ну такое. Набрал барахлишко, честно говоря. О, дали болтяру. 6 СП, давай тогда знания. Так, 12-5, 6-5. Ну супер, поехали. Стрелка хорошая. Стрелка как болт. Так, а мораль у меня максимальная. Не, у меня мораль совсем не максимальная. С чего я решил, что она у меня максимальная? Нихера. Так, так. 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 И у нас остается 2700. Ага. Уже. Давай воздушек. Не, подожди, воздушек. Давай всех улучшим, а потом воздушек. Против его болтов, да? Девятьсот, да. Идеальный. Так, куда вас поставить? Вы здесь. Давай. Вот так хорошо. Угу. О, уже спать охота, капец. Хоста. Блять. Еще и достал, скотина. Атакуем.
Молодец. Куда ты там спрятался, дружище? Недалеко. Так, ладно. Ласт каточка, уже точно ласт. Что я уже не могу. Уже охота спать. 2 часа ночи. 3 часа с половиной стрима, камон. Давайте пока итог подведем. Так, начали мы играть вот здесь Серго. Так, 14-1. Иван первый был. 15-1, 16-1, 17-1, 18-1, 19-1. Надо оформить красивую победу 21 и на этом закончить. Ждем оппонента. Девятнадцать один, конечно, круто. Ой, сейчас дождемся соперника. Ох, блин, как меня клонит на сон, капец. Прям вообще. Ну, уже, наверное, можем не дождаться соперников. В такое время очень мало. Но хочется округлиться. Для красивой цифры я подожду. О, Мия Кимару. Последний наш оппонент, надеюсь, на сегодня. Надо выиграть, чтобы было 21. И на этом закончим. Красивую победку хочется. Мариус. А там Игнат. Ну, в принципе, воин на воина. Ну вот, неплохо. Да, это и будем катать неплохо. Фангармы там, все дела. Фангармы, все дела. 5-5-4-7. Ну, как-то так. Есть Angel. И есть куча магии. Он нам залочит ее? Возможно. А стоит ли брать? Не вижу смысла брать мудрость. Вообще ничего нет. Просто ничего нет. Неудача, нежить, контрудар, бешенство. Такая себе история. Будем рисковать. Будем просто рисковать. Так, тактика мораль бы нам не помешала, но... Не дают пока. Вот дали когда, да? И моральку дали чуть-чуть. Так, 7-9-5-9. Ну, пускай. Лишний интеллект. 132 маны, нихера себе. А тут 6. 8, 9, 6, 11. Надеюсь, что магия будет.
Я уже хочу спать, блин, просто кошмар. Хочу округлить красивую цифру и все. И больше ничего не хочу. Дайте округлить цифру. Ага, можем, можем. Так, дайте подумать. И вот так все-таки. Так, плюс один. А кого я еще там не купил? А, я могу воздушек купить, да, парочку? Или вот этих ребят? А, их не могу. А, или вот этих ребят могу купить. Давай возьмем воздушек. Нам защита точно не помешает. Как раз две воздушки, то, что надо. Давай вот так. Так, я готов округлить до 20 и пойти спать. Если не будет нюансов, вроде должно получиться у нас тут. Минус один нам он сделал. Убить воздушек сразу нахрен всех. Своим лютым болтом. Какой молодец, закрывается прям грамотно. Ух ты, хорош. Блять! Почему резист должен был сработать сейчас? Ладно, играем. Маны много. Маны много. А у него воздушка. Вот в чем проблема. Ой, водянка, водянка. Не воздушка, а водянка. У него водянка. В этом проблема, блин. Сейчас, не, ну там не золотой лук, слава богу. Минус 3, блин, естественно. Ну если сейчас еще один резист, то все, нам хана. Еще один резист, нам точно хана. Интересно. Очень интересно. Ну, нормально. Резисты могут его вытащить. Прям сильно могут вытащить. Минус 3. Надо вампира убивать. Больно. Больно бьет собака. Собака бьет больно.
Да, победка наша. Все, красивенько, 21 закончили. Всем спасибо, все свободны. Офигенная, офигенная серия. Красиво, и красиво мы ее и закончили. Все, споки-ноки, всем пока.